Дагестанские мотивы. В Сочи проходит выставка дагестанских художников, посвященная столетию республики. В центральном фойе Зимнего театра представили более 50 работ современных дагестанских авторов. Это живопись, графика, стенография и национальные ковры. Также произведения, посвященные селам-призракам, заброшенным и безлюдным населенным пунктам. Экспозиция будет работать до 1 апреля 2022 года и будет доступна всем гостям театра. Все художники, которые здесь представлены, от нашего генетического кода далеко не уходят, хотя они все современные художники. И какую бы картину мы ни создавали, все-таки этническую принадлежность можно угадать.